И с нами на связи журналист Луганской интернет-газеты Всеволод Филимоненко с новостями из Луганской области. Всеволод, добрый вечер. Какие факты, что вы видели сегодня? Сегодня в Перевальске произошел очередной захват Треста группой пророссийских террористов. Дело в том, что они сегодня приехали на нескольких КАМАЗах, микроавтобусах. Там были донецкие казаки, они полностью заняли территорию Треста. Часть террористов приехала на машине ОБСЕ, то есть где сами наблюдатели мы не знаем, но точно видели, что они приехали на их автомобиле. Все это происходит под патронатом Таисии Черкевич, как мне удалось узнать, и Александра Сокола. Таисия Черкевич – это исполняющий обязанности мэра Перевальска, Александр Сокол – это директор местного рынка. Эти все люди, как говорят люди, подконтрольные Александру Ефремову, это народному депутату от партии региона. Фотографии можно посмотреть у меня на странице Facebook. То есть в городе абсолютно нет милиции, абсолютно нет правоохранительных органов, и вся ситуация находится в руках вот этих вот двух людей. Ну и, естественно, боевиков. Боевики заняли Трест для того, чтобы держать оборону в случае прихода сил АТО в Перевальск. Сейчас они туда заносят оружие, взрывчатку, автоматы и полностью там все оборудуют для того, чтобы можно было нормально воевать против украинской армии. Спасибо. Спасибо. Всеволод Филимоненко из Луганска помогает нам вести эфир.